Это наша команда, которая работает для того, чтобы у вас была максимально полезная информация. Адам живет здесь и делает у нас работу, которая называется невидимая работа. Мы всегда готовы быть полезными, стараемся найти полезную информацию и подключайтесь к нам. Наша команда работает, у нас для вас приготовлено очень много информации, полезной, мотивирующей, познавательной. Будем говорить на нашем канале о воспитании детей, о том, что мотивирует, о путешествиях, о спорте, о приключениях, о всех тех ситуациях, с которыми мы столкнулись и которые сделали нас сильнее. Наш канал, он для тех, кто планирует также переехать, потому что жизнь мигранта, она в корне отличается от простой жизни. Жизнь миграции, она тонизирует и заставляет быть всегда в форме. Мы в этом плане прошли уже 17 лет и прожили в этой стране, и сможем поделиться, каково это жить здесь, ни на кого не работать, работать только на себя, по воле Всевышнего. И как это у нас получается. Поэтому об этом будем говорить много. И для тех, у кого есть такой же опыт какой-то истории, которая вас сделала сильнее, обязательно поделитесь с нами. И будем общаться очень много, потому что нам есть что вам рассказать. И поверьте, это будет интересное событие, потому что в нашей команде работает очень много ребят толковых, у которых есть определенный опыт, определенные знания. И мы желаем вам всего самого доброго. И это то место, где, я считаю, нужно побывать. А также мы сможем вместе с вами провести много времени. Всего самого доброго. Берегите себя.